Нет для Украины худшего несчастья, чем независимость ее от остальной России. Потому что пытаться сделать часть русского народа не русскими и, хуже того, антирусскими, можно только таким невероятным насилием и физическим, и умственным, что в условиях такого насилия люди попросту не могут нормально жить и работать, и, соответственно, падает и хозяйство, и разум, и здравый смысл, и все, что остается, это в лучшем случае бешеные боевики вроде «Торнадо». Кстати, предыдущие боевики образца 18 года или образца гетманщины ничуть не лучше. В этом смысле традиция тоже давняя. И боюсь, что закончится все это только когда будет покончено не только с идеей независимости Украины от остальной России, но и с идеей несовместимости украинцев с остальными русскими. Только когда большинство народа Украины наконец-то осознает, что они русские, и так же, как, скажем, архангелогородцы, белорусы или сибиряки, при всем своем своеобразии часть единого русского народа, так же, когда и украинцы осознают себя такой же своеобразной и такой же неотъемлемой частью русского народа, только тогда с этими приступами коллективного самоубийства будет покончено.